у любителей планерного спорта. С вами экипаж HD-32B. Закрой форточку. Нифига не это. Слышно. Обратите свое пристальное внимание на вот эту красотулечку. Блин, нифига себе, мы тут поточек взяли. Нечаянно. Посмотрите, настоящая кимберлитовая трубочка с добычей алмазиков. Гляньте-ка. Вот они, алмазики тут вот. Прячутся каратики. Сейчас я протяну чуть-чуть, а то вот эти поточечки попали. Сейчас брошу скорость. Вот, посмотрите еще раз внимательно. Вот какую дыру выкопали. Видите, огромная такая дыра. Даже непонятно, как туда самосвальчики ездят. Очень страшно. Мы сегодня, немцы опять не летают, говорят, погода плохая. Вот посмотрите на по-немецки плохую погоду. Мы тут на границе с Калахари. Вот, посмотрите, на какая погода плохая, по мнению наших друзей. Я даже не знаю, какая тогда хорошая считается. Вот видите, затоплены несколько карьерчиков. Не знаю, может тут отмывают что-нибудь, может еще что-нибудь добывали. Но под нами прям вот, мне кажется, точно должна быть шахта. Видите, какая она глубокая. И таким конусом, прям вот как кимберлитовый взрыв был, так вот практически и шахта. Не знаю, видно вам или нет, что-то мне неудобно в камеру смотреть. Сейчас я крыло прям в шахту положу. Секундочку. Так, на крыло в камеру. Ить! Вот, смотрите, вот как это. Как это смотрится. Стопудово? Стопудово. Стопудово, смотрите, еще раз. Андрюха уже алмазы разглядел. Гляньте, как мы можем планер направлять вниз. Еще один заходит, сейчас будет, смотрите. Резвится наша принцесса. Главное, чтобы скорость не продуплить на таком маневре. Тут крен 90 градусов. Оп. Видите, опа. Волна алмазов. Вот, помимо алмазов, что здесь есть у нас? Запретная зона есть рядом. Вот. И аэродром. Аэродром, вот. Смотрите, видите, вот он, аэродром. Потоков куча есть тоже. Сейчас я аэродром поподробнее покажу, раз уж долетели сюда. Вот вы всегда можете сюда слетать на планере, приземлиться. Вот аэродром под нами. Прекрасный аэродром, красивый. Потом зайти вот в этот город, крыло показывает, выпить чашечку сидра в баре, искупаться вот в этих озерах красивых. Наверное, вас туда не пустят. Там алмазы отмывают. Поиграть в гольф. Нифига себе, поточек тут. Раком ставит. И потом посмотреть шахту. Вот эту. Видите, тоже. Может на нее спуститься. Сейчас мы к шахте поближе залетим. Блин, 5 метров тут дают. Вот еще раз, сейчас я вам в шахту крыло положу. Невзирая на восходящие потоки. Потоки нам особо не нужны. Нам шахта главная. Так, крыло в кадре. Смотрите, еще раз. Прям крыло из восходящего потока. Ух ты ж, блин, какой поточище. Что ты там стонешь? У тебя перегрузка? Нет. Что? Я увидел еще пару алмазов. Андрюха, пока расскажи что-нибудь уважаемым любителям планерного спорта своим позитивным голосом. Могу сказать, что обязательно Африка к посещению. Кроме прекрасных животных, дружелюбных и не очень, здесь много всяких стекляшечек, бриллиантиков, углеводородов и прочих вкусняшки. Да, вчера мы общались с бегемотиками, у нас бегемотики были. Мы остановились в 30 сантиметрах от бегемотика, а его рог, я был снаружи машины, был практически в метре от моей морды. Сантиметр. Говори, ближе, да? Он практически упирался. Короче, рог практически упирался в мою спину, да. Ну вот, это мы заблудились в парке, не выехали вовремя, и ночью столкнулись со стадом многорогов на дороге. Причем Андрюша пилотировал машину вместо 40 на 70, соответственно, тормозной путь был аккурат в 30 сантиметрах от носорога, а я уже посмотрел ему в рог. Вот, ну и вот сейчас мы уже решили сегодня полетать после этого, потому что в национальном парке страшнее, вот, в пустыне как-то спокойней.
в небе как-то спокойнее. Видите, нарвались на шахту красивую. Ну что, еще давайте я вам покажу. Шахту я показал вам. И как, какие красивые вот эти голубые озера. А озера почему я не знаю. Голубые? Не знаю. Потому что голубая глина. Слушай, а может тут добывает на самом деле, это не гиперболитовая трубка, а может тут медь добывает, например. И озера голубые от меди. Да. Короче, товарищи, товарищи геологи, кто в курсе, посмотрите по внешнему виду шахты и посмотрите, что здесь добывают. Вот вам вся шахта, потому что точно не железо, железные шахты выглядят по-другому. Видите, какая-то отмывалка здесь вот. Видите, посмотрите. Вот отмывалка, потом переработали рядом с грузией. Заводик какой-то. И все такое аккуратненько, чистенькое, потому что рудники для стали добывают. Они какие-то более такие замызганные. Вот, так что это был вам, как же привет-то, был вам привет из Африки. Самое интересное, что пока мы вели репортаж для уважаемых донов, набрали 700 метров, видите, нечаянно. Пока тут занимались репортажем, уже, слушайте, и громко повыше здесь стало, 4000 у нас. Ого-го-го-го. 4000 уже было, Игорь. Было? Ты уже набирал? Да. Ну ладно, я тут статью пишу. Андрюха летает сегодня без меня. Писаю статью о развитии планерного спорта. Точнее, не статью, а заявку на получение гранта. О, представляете, чем я в планере в Африке занимаюсь. Вот. Ну и плюс для вас, видите, всякие там ништяки ищем. Слушайте, может тут волна вообще будет? Вполне возможно, ветер-то сильный. Может и волну сейчас возьмем, как-то подозрительно тянет хорошо. Все, буду заниматься полетами, глубоко уважаемые любители планерного спорта. До новых встреч, аривар. Ю-ху! Ю-ху! Да, слушай, клево вообще, поднялись так. Щеков жарим.